Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Продолжаем День знаний. Я крайне удовлетворен результатами своего социологического опроса, который я запустил несколько дней назад, посвященных ситуации в России. Сейчас я хотел бы устроить еще один социологический опрос. У меня давно уже витают мысли снять видео, посвященное Вячеславу Мальцеву. Достаточно любопытная фигура на российском политическом рынке. Вот. Но прежде чем снимать видео, я хотел бы пощупать своих зрителей, чтобы понять, как они относятся вот к этому персонажу и, соответственно, как они его воспринимают как какую-то серьезную политическую фигуру или как очередному популисту с неясными программами и неясными целями и возможностями. Вот. А от себя пока хочу добавить, что вот этот вот ход, который он сделал, а именно сел на паровоз под названием «Партия Парнас» для того, чтобы доехать до станции «Выборы», это весьма грамотное решение. Хотя к самой партии Парнас у меня достаточно такое скептическое отношение, я его воспринимаю как партию либеральных болтунов, которые, кроме сотрясания воздуха словесами, ничего конкретного не сделают и не добьются. Вот. Ну, а вот что касается Мальцева, тут, прежде чем я озвучу какие-то свои позиции вот, и свое какое-то видение, мне хотелось бы услышать мнение своих зрителей, что они думают по этому поводу. Хорошего дня и жду ваши комментарии. Если у вас будет желание продолжить участие вот в предыдущем социологическом опросе по поводу того, что происходит в России, естественно, пишите свои комментарии. Я с большим вниманием и немалым интересом читаю все посты, на какие-то я пишу свои комментарии, но вообще мне крайне интересно, что люди пишут. Вот.